Во Флоровском монастыре подвязалось много замечательных насельниц, таких как Александра Мельгунова, основательница Дивеевской обители, и Елена Флоровская, покровительница монастыря. Как величественный и красив древний Флоровский монастырь, в нем нездешний покой и мир, отражается небо ширь. В безмятежных водах Днепра здесь надежда веры сестра, мать София с любовью святой сочетались навек с Христом. О, паломник усталый постой, распростившись с мирской суетой, здесь невесты Христовы живут, презирая мирской уют, о Творце неустанно поют, нас высокую вечность зовут, безмятежно над ними лазурь, от житейских укрылись бур, словно в гавани в монастыре, устремив свои взоры горе. Жители лавр и флор укрепляют в скорбях сестер. Их покой непрестанно хранит многоскорбные наши дни. Старец дивный святой Серафим Преснодевой до ныне хранит преподобной Елены дух, исполняет здесь все вокруг, здесь блаженная благодать, и до неба рукой подать. Путь откроет нам в горний мир Вознесенский святой монастырь, где любовь и надежда живут, нас высокую вечность зовут. Древний Флоровский монастырь, в нем нездешний покой и мир, в нем любовь и надежда живут, нас высокую вечность.